Другим темам. Более полусотни детей, которые существуют только на бумаге, принесли аферистам миллионы. В Омске расследуют случай масштабного мошенничества с материнским капиталом. Злоумышленники оформляли его, пользуясь лазейкой в законе. Причем во многих случаях регистрировали сразу двойню. Как на свет появлялись младенцы-невидимки и кто был вовлечен в эти махинации, в репортаже Марины Светлой. В этом доме на краю Омска, согласно документам, живет многодетная семья. Даже на заборе, будто детской рукой выведено «Осторожно, дети». Женщина с ребенком на руках охотно показывает полицейским свидетельство о рождении. Вот только на вопрос, где же остальные малыши, теряется. Ульяновский. Он уехал же, да? Ульяновский. Нет, я же сказал, что не мешал, чтобы он не делал. Уехали в Ульяновский. Все, они там и живут. Да. Некоторые остались тут. Дяди, тети. Полицейские уверены, этих детей не существует. Женщина-мошенница, которая решила получить от государства материнский капитал и другие льготы. Тревогу забили сотрудники ЗАГСа. Несколько месяцев назад к ним стали приходить женщины без справок от врача. Якобы рожали на дому, ведь закон не запрещает. Кто-то даже приносил в подтверждение новорожденных, как позже установят следователи, взятых на прокат. Но большинство не утруждали себя даже этим. Просто приходили якобы со свидетелями. Лицо, которое родила на дому, оно может обратиться в орган ЗАГС с заявлением и также с заявлением лица, присутствовавшего во время родов. Лицо, присутствовавшее во время родов, может сделать это заявление устно, либо в письменной форме. Органы ЗАГС не может каким-либо образом проверять эти сведения. То есть, получается, достаточно одному человеку на словах подтвердить, что кто-то рожал, и государственный документ в кармане. Кстати, чаще всего мошенницы заявляют сразу о двойне, ведь материнский капитал дают на второго ребенка. И если в прошлом декабре таких случаев в Омске было зарегистрировано всего 5, то сегодня счет перевалил за полсотни. В настоящее время в судебном порядке инициировано аннулирование записей актов о рождении 56 несуществующих детей. На данный момент общая сумма ущерба превышает 10 миллионов рублей. Сколько всего таких случаев по стране, сказать не может никто. Закон об устном подтверждении был принят еще в 1997 году. Первые подлоги зафиксировали в 2012. При этом женщины, которые шли на махинации, в итоге все равно оставались у разбитого корыта. Абсурдность ситуации в том, что мошенников обманывали другие мошенники. На этой скамье подсудимых мама несуществующей 3-летней девочки Скрипниковой Сабрины Дмитриевны. По словам женщины, денег на жизнь не хватало, и гражданский муж подговорил ее оформить поддельные документы. Знакомые пообещали материнский капитал обналичить и поделить. 70% забрать себе, 30% выплатить псевдоматери. Но денег мошенница так и не увидела. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы. Что вас сподвигло на такой шаг? Что вынудило? По закону получить материнский капитал наличными можно только в исключительных случаях, и то всего 25 тысяч рублей. Остальную сумму разрешено потратить на образование, реабилитацию детей-инвалидов или покупку жилья. Именно через фиктивные сделки с недвижимостью мошенники чаще всего и выводят деньги. В том же Омске в прошлом году по 3 года тюрьмы получили участники группы риэлторов. Квартиры и дома не покупали только на бумаге, а средства материнского капитала, который пенсионный фонд перечислял на счета мнимого продавца, забирали себе. При этом роли в банде были четко распределены. Одни вели бухгалтерию, другие подыскивали владельцев сертификатов, третьи оформляли сделки. Следователям удалось доказать, что за счет материнского капитала они незаконно получили от государства почти 15 миллионов рублей. Личности новых риэлторов-мошенников сейчас устанавливают полицейские. Марина Светлая, Олег Шишкин, Юлия Ходорова и Максим Кулифеев. Первый канал.